Vidabhayite shahaloka pravesha Nidratariyota jiva Vidabhayite shahaloka pravesha Nidratariyota Только сядь, не должен. Vibhavari Shesha Haloka Provesha Nidrachari Yuta Jeeva Vibhavari Shesha Haloka Provesha Nidrachari Yuta Jeeva Bolo Hari Hari Mukunda Morari Rama Krishna Haya Griva Bolo Hari Hari Mukunda Morari Rama Krishna Haya Griva Bolo Hari Hari Mukunda Morari Rama Krishna Haya Griva Bolo Hari Hari Mukunda Murari Rama Krishna Haya Griva Narsimha Vamana Srimadusudana Rajendra Nandana Shyama Narsimha Vamana Srimadusudana Narsimha Vamana Srimadusudana Rajendra Nandana Shyama Narsimha Vamana Srimadusudana Rajendra Gatana Kaitaba Shatana Jayadasarati Rama Putana Gatana Kaitaba Shatana Jayadasarati Rama Putana Gatana Kaitaba Shatana Jaya Dasarathi Rama Putana Gatana Kaita Apashatana Govinda Gopala Vrindavana Purandara Yashoda Dulala Govinda Gopala Vrindavana Purandara Yashoda Makanya taskara, kopi jangan.
Yamuna Jivanaka
Да? Ну, не нужно, наверное. А вы как сейчас нужно добавили? А это туда? Ну, давай. Так. Значит, Вячеслав, как вам слышно? Yeah, it's all biggest. I just collected that. Маджавач, Шечка, как вам слышно, Махараджа? Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Нараянам намаскритя. Нараянам намаскритя. Нарам чайва наротамам. Нарам чайва наротамам. Девим сарасатим вьясам. Девим сарасатим вьясам. Тато чаям мудирае. Тато чаям мудирае. Нашта праешу вабадрешу. Нашта праешу вабадрешу. Нитям Бхагавата Севая. Нитям Бхагавата Севая. Бхагавати Уттамашлоке. Бхагавати Уттамашлоке. Бхактир Бхавати Найштаки. Бхактир Бхавати Найштаки. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 15, Text Number 45. Читаем Шримад Бхагаватам, песня первая, глава 15, текст 44. Удичим, удичим, правивешасам, правивешасам, гатапурвам, гатапурвам. Махатма би, Махатма би, Риди, Риди, Брахма, Брахма, Парам, Парам, Дьяньян, Дьяньян, Навартета, Навартета, Навартета. Ято, Ято, Гата, Гата. Удичим правишешасам. Удичим правишешасам. Гатапурвам Махатмабе. Гатапурвам Махатмабе. Риди Брахма Парам Джаям. Риди Брахма Парам Джаям. Наватета Ято Гата. Наватета Ято Гата. Удичим правишешасам. Удичим правишешасам. Гатапурвам Махатмабе. Гатапурвам Махатмабе. Риди Брахма Парам Джаян. Риди Брахма Парам Джаян. Наватета Ято Гата. Наватета Ято Гата. Удичим правивешасам. Удичим правивешасам. Гатапурвам Махатмабе. Гатапурвам Махатмабе. Риди Брахма Парам Джаям. Риди Брахма Парам Джаям. Наватета Ято Гата. Наватета Ято Гата. Удичим правивешасам. Гатапурвам Махатмабе. Гатапурвам Махатмабе. Риди Брахма Парам Джаям. Риди Брахма Парам Джаям. Навартита Йота Гата. Навартита Йота Гата. Удичим правивешасам. Удичим правивешасам. Гатапурвам Махатмабе. Гатапурвам Махатмабе. Риди Брахма Парам Джаям. Риди Брахма Парам Джаям. Навартета Ято Гата. Навартета
Удичим правеше шашам. Удичим правеше шашам. Гата пурвам махатма би. Гата пурвам махатма би. Хриди брама парам дьяям. Хриди брама парам дьяям. Навартетая то гата. Навартетая то гата. Менеджис. Удичим правили шашам, гада пурвам махатма ви, хриди брахма парам дьяям, навартетая то гата. Удичим правиле шашам. Удичим правиле шашам. Гада пурва махатма бхи. Гада пурва махатма бхи. Риди брахма парам дхьяям. Риди брахма парам дхьяям. Навартетая то гата. Навартетая то гата. Пословный перевод. Удичим. Удичим. Север. Север. Правивеша ашам. Правивеша ашам. Тех, кто хотел войти туда. Тех, кто хотел войти туда. Гата пурвам. Гата пурвам. Путь, на который встали его предки. Путь, на который встали его предки. Маха атмабхи. Маха атмабхи. Широкомыслящим. Широкомыслящим. Хриди. Хриди. Сердце. Сердце. Брамха. Брамха. Всевышний. Всевышний. Парам. Парам. Бог. Бог. Дьяян. Дьяян. Постоянно думая о. Постоянно думая о. На авартета. На авартета. Проводил свои дни. Проводил свои дни. Ята. Ята. Куда бы ни. Куда бы ни. Гата. Гата. Пошел. Пошел. Перевод. Затем он отправился на север, следуя по пути, которым шли его предки и великие люди, чтобы всецело посвятить себя размышлениям о духовной личности Бога. Так он и жил всюду, куда бы ни приходил. Комментарий Шрилы Прабхупады. Из этого стиха яствует, что Махараджа Юдхиштхира следовал по стопам своих предков и великих преданных Господа. Мы уже много раз говорили, что система варнашрама-дхармы, которые строго следовали во всем мире, и особенности в провинции Арьяварта, подчеркивает важность разрыва всех семейных отношений на определенной стадии жизни. Понимание этого закладывалось в процессе воспитания и обучения человека. И потому уважаемые люди, такие как Махараджа Юдхиштхира, должны были оставлять свою семью ради того, чтобы достичь самосознания и вернуться к Богу. Ни один царь или уважаемый человек не жил с семьей до самого конца, так как это считалось самоубийством и было препятствием к достижению совершенства человеческой жизни. Эта система всегда рекомендуется любому, кто желает освободиться от бремени семьи и целиком посвятить себя преданному служению Господу Кришне, потому что это путь, начертанный авторитетами. В Бхагавад-гите 18.62 Господь говорит, что человек должен стать преданным Господа по крайней мере на последней стадии жизни. Искренняя душа, принадлежащая Господу, должна, по примеру Махараджа Юдхиштхиры, подчиниться этим наставлениям Господа ради своего же блага. Слова «Брама Парам» особо указывают на Господа Шри Кришну. Это подтверждает и Арджуна в Бхагавад-гите 10.13, ссылаясь на великие авторитеты Аситу, Девалу, Нараду, Вьясу и других. Таким образом, Махараджа Юдхиштхира, покинув дом и отправившись на север, постоянно хранил в памяти Господа Шри Кришну, следуя по стопам своих предков и великих преданных всех времен. Шри Чайтанья Манобиштам Сапитам Йена Бхутале Сваям Рупа Прадамаям Дадати Свападанцвикам Бандехам Шри Гуру Шри Юта Падакамалам Шри Гуру Вайшнавамща
Shri Rupam Sakratatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Savaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Shakamitam Shri Hey Krishna Karna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopita Gopika Kanda Radha Kanda Namostate Tapta Kanchana Gorange Radhe Vrindavanishwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakaupatarubhyascha Kripasindhubhayedacha Patitanam Pavaneyo Vaishnavibhyo Namo Namah Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're hearing how Maharaj Yudhisthira what left the world. Итак, мы слушаем о том, как Махарадж Юдхиштхира покинул этот мир. We heard how first of all, he detached himself mentally from everything. До этого мы слушали о том, как в уме, ментально он все оставил. And then he detached himself from all the material possessions which he had. Как он отрекся от всей материальной собственности, которой обладал. And now he's going off into the mountains, into the Himalayas. А теперь он отправился в горы, в Гималаи. With no thought about how he will live or how he will survive there. И он не задумывался о том, как он там будет жить, как выживать. He's totally absorbed in thought of the Supreme Personality of Godhead. Просто отдался на волю Верховной Личности Бога. So Srila Prabhupada writes in the purport how in the past it was customary for everyone to follow the Vedic system of Varnashram. А в комментарии Шрила Прабхупада пишет, что таким образом он следовал по стопам своих предков и великих преданных в системе Дарнаша. Даже великие цари оставляли свой трон, разумеется, передавали своему сыну и отправлялись в лес или в горы Гималаи. But to hold on to our material situation until the end of life is not very good. А потому что держаться до самой смерти за какие-то материальные привязанности, за материальные возможности не очень хорошо. It means you're very uncertain about the future. Это означает, что мы не имеем определенного представления о будущем. If we do not detach ourselves from the material situation, then it will be very bleak for our future life. А потому что если мы сознательно не взращиваем себе отречение от материальных привязанностей, то наша будущая жизнь призрачна. So the Vedas say from the age of 50 we have to cultivate some detachment from the world. Поэтому в Ведах говорится, что по достижению 50 лет человек должен внутри развивать отречение от материального мира. The Varnashram system was four ashrams, right? First there's student life, then family life, then retired life, and then renounced life. Система Варнашрама включает в себя четыре периода, четыре ашрама. Первый период ученичества, второй период семейной жизни, третий период отхода от всех дел и четвертый период полного отречения. So Maharaj Yudhisthira is not a brahmana, so he was not required to take sannyas. А Махарадж Юдхиштхира не был брахманом, поэтому ему не было необходимости принимать саньясу. But still he retired from his official duties.
И все-таки он отошел от всех своих официальных материальных обязанностей. And we're hearing today how he left the whole situation to go into the mountains. И сегодня мы читаем как раз о том, как он оставил все свои дела, все свои обязанности и отправился в Гималаи. And we're told this was a path followed by all his forefathers. They all did that. И говорится, что этим путем следовали его предки и великие преданные. So he's doing what all his forefathers, his ancestors, what they had done in the past. То есть он следовал по стопам своих великих предков прошлого. Of course, today we cannot. It's difficult for people to do these kind of things. В настоящее время, конечно, сложно ожидать, что люди будут делать что-то подобное. You could go to the mountains, go in the mountains, but Maharaj Yudhisthira, he's going in the Himalayas, which are special mountains. Махараджа Юдхиштхира отправился в Гималаи, это особые горы. There are ashrams there where you can go, you could stay. Там есть ашрамы, в которых вы можете, отправившись, остановиться. Even today, there's many ashrams there in the Himalayas. Даже в наше время в Гималае существует множество ашрамов. And you can stay. They may have some rules that you're only allowed to stay 3 days. Там могут быть свои правила, например, можно остановиться не более 3 дней. But there are many places like that. Там много таких мест. You can travel through them, just go around the mountains, different areas, and there's many different ashrams. Там очень много различных ашрамов, а можно путешествовать от ашрама к ашраму, обходя горы. But the point is we have to detach ourselves from the material situation. Ну, главный момент то, что мы должны подготавливать внутри себя отречение от материальной ситуации. And there are many examples of great devotees and great kings and so on, how they all detached themselves from the material situation. И существует множество примеров великих преданных, великих царей, как они отрекались от материальной ситуации. To remain in the family situation until the end of life is very shameful. Оставаться в семье до конца дней своих — это достаточно постыдно. And it becomes embarrassing for people in their old age to be dependent on their family members. Это свойственно пожилым людям в конце жизни зависеть от членов своей семьи. There was one devotee, his name was Maha Vishnu Goswami. He was an elderly Indian man. He joined the Krishna consciousness movement in the UK. Есть один старший преданный, Махавишну Госвами. Он индийский преданный. Он присоединился к движению сознания Кришны в Великобритании. And so he went on to become a spiritual master, and he has some very nice disciples. Он стал через некоторое время духовным учителем, у него много замечательных учеников. Previously he had been in family life and he had renounced the family life. Он в одно время был семейным человеком, но затем принял отречение от семейной жизни. Previously he was a school teacher and he was a scholarly person. Ранее он был школьным учителем, вообще образованный ученый человек. And he trained all his disciples to recite beautiful Sanskrit verses. Он обучил много своих учеников очень красиво повторять шлоки на санскрите. So he used to say that a man should get out of the house on by his own efforts. И он обычно такое выражение использовал, что мужчина должен покинуть дом собственными усилиями. If the man waits at home, then the family will be saying to him, when are you going? Если он остается в доме до конца дней своих, то семья отправит его, куда глаза глядят. Она спрашивает, когда ты уйдешь? Когда ты уйдешь. Yeah. And the family don't like
taking care of someone in their old age. Потому что обычно наши близкие не хотят заботиться о стариках. Just like farmers don't like taking care of old cows. Так же как фермер не хочет заботиться о старой корове, которая не дает молока. When the cow gets old, it's not giving any milk. Then it's a burden to the farmer. Потому что корова, когда становится старой, она не дает молока. И зачем она потом фермеру нужна тогда? So similarly, when a person gets old and he's retired, he's not, if he doesn't have any income, then the family have to support him. И точно так же, если один из членов семьи становится уже старый и не приносит никакой пользы в семье, то никто о нем не хочет заботиться. Then it's a burden to the family. Это считается уже бременем для семьи. So in the Vedic culture, the system is that before you get too old, you want to get out of the house. Поэтому в ведической системе было правило, пока вы не стали слишком старыми, нужно успеть уйти из дома. If you don't get out of the house, the family will be saying to them, "When are you going?" Если же вы не ушли, то семья вас периодически будет спрашивать, когда же вы уйдете уже. What should happen? The proper situation is they should say, "Oh, where did he go?" Правильная ситуация – это спрашивать, куда уйти. Правильная ситуация – это когда они спрашивают потом, ой, куда он делся? Where did he go? In other words, the man's gone. He never told anyone. Oh, where did he go? Поскольку человек в правильном отречении уходит, даже не сказав членам семьи, куда он ушел, они тогда задаются вопросом, куда же он ушел? He should just go, not tell anyone. Поэтому нужно просто уйти, не говоря никому. Because if you tell anyone, if you ask people, will you give me permission, is it all right for me? So they will say, no, they won't give you permission. They will say, no, don't go. Потому что если вы начнете говорить, куда вы уйдете, или спрашивать разрешение, ну, внешне они скажут, не уходи. If the man asks his wife, can I take sannyas, the wife will say, no, wait for some time. Если муж начнет у жены спрашивать, ну что, может мне уже саньясу принять? Она, как правило, конечно, из привязанности будет говорить, да нет, не сейчас, может быть, потом. So one time Prabhupada was giving sannyas to people in India, in Mayapur. And one of Prabhupada's friends had come there to watch the ceremony. And he said to Prabhupada, he said, oh, these men are all very young to take sannyas. Однажды Шрила Прабхупада в Майпуре давал саньясу ученикам, и пришел один его индийский друг посмотреть на церемонию. Он сказал, о, этот молодой человек или эти молодые люди, они слишком молоды для саньясы. No, they were all in their 20s, maybe a few early 30. И потому что в то время ученикам Прабхупады было чуть больше 20 или около 30. So the man was thinking, oh, very young man to take sannyas. И вот этот индийский друг Прабхупада, он сказал, о, они еще молодые, они так молоды, что принимают саньясу. But when he said to Prabhupada, they're very young, Prabhupada said, if they wait until they're old, they won't be able to do anything. И он об этом сказал Прабхупаде, они еще так молоды принимать саньясу, на что Прабхупада ответил, если они состарятся, что они тогда полезного смогут сделать в обществе? Right? The old man. Old man cannot do very much. Пожилой человек мало что может сделать. So Prabhupada was saying like that, better they take sannyas while they're young. Поэтому Шрила Прабхупада так размышлял, он так говорил, что пусть они лучше примут саньясу, пока молоды. But we see in the Srimad Bhagavatam, Dhritarashtra and Gandhari, they left the home. Также мы видим в Шримад Бхагаватам, что Дритараштра вместе с Гандхари покинули дом. Видура came back to preach to Dhritarashtra. Видура вернулся из страсти и проповедовал Дритараштре. And he was telling Dhritarashtra, you know, you're an old fool.
All your sons have been killed by Bhima, and you're living in his house and eating his food. Видура ему сказал, что же ты теперь, старый глупец, до сих пор находишься здесь, ты живешь в доме Бхимы и ешь объедки его, а он убил всех твоих сыновей. So Vidura was preaching very strongly and he convinced Dhritarashtra to get out from the house. А Видура проповедовал очень сильно и убедил Дхритараштру покинуть дом. Dhritarashtra was already very old. Дхритарашта уже к тому времени был очень стар. But Vidura preached to him, you've got to get out of the house. А Видура проповедовал ему, что ты должен уже оставить дом. So he did, he got out of the house. И тот так и сделал, он ушел из дома. So then Maharaj Yudhisthira was saying, oh, where did he go? Where's my uncle? После чего Махарадж Юдхиштхира забеспокоился. Где же мой дядя? Куда он ушел? Where are my uncles, Vidura and Dhritarashtra and my aunt, Gandhari? Where have they all gone? Где же Видура? Где мой дядюшка Дхритараштра и тетушка Гандхари? Куда они ушли? They didn't say anything. They just left. Они никому не сказали, они просто покинули дом. And Махарадж Юдхиштхира understood. They've gone off to the forest. И Махарадж Юдхиштхира понял в итоге, что они отправились в лес. They've renounced the world. Отречься от мира. So Махарадж Юдхиштхира said, I have been cheated by these great souls. И Махарадж Юдхиштхира изрек, я был обманут этими великими душами. And Prabhupada explains in the purport is that great souls may cheat sometimes. И Шрила Прабхупада в комментарии объясняет, что великие души иногда могут обманывать. Но они могут обмануть только ради высшей цели. И было много примеров людей, которые обманывали. Just like Sanatana Goswami, he was working for the service of the Mohammedan ruler. The Nawab Hussain Shah. Например, Санатана Госвами работал при правительстве мусульманского царя Наваб Хусейн Шаха. He was a big man in the government for the Nawab. Nawab means like the emperor. Санатана был великим, большим человеком, большим чиновником при правительстве Наваба. Наваб это почти как император. And Sanatana was working. He was his number one secretary. Он был первым секретарем у Наваба. But Sanatana wanted to go to join Lord Chaitanya Mahaprabhu. Но в какой-то момент Санатана захотел присоединиться к Чайтанье Махапрабху. So the Nawab put Sanatana in jail. За что Наваб посадил Санатану в тюрьму. So Sanatana was in the prison, but he was like a Muslim at that time. Итак, Санатана сидел в тюрьме, и в то время он больше походил на мусульманина. You know how the Muslims, they all have the beard, and they have, the little beard, and the Muslim hat, and they even had a Muslim name, was Zakar Malik, or something. У него в тот момент был полностью внешний вид мусульманина. У него был тюрбан, прическа мусульманина, борода, и даже имя было мусульманское, Сакар Малик. So he was in the prison house and he talked to the jailer and he told the jailer, he said, if you let me go, I'm going to go to Mecca and I'll pray to Allah. I'll offer prayers for you. It will be good for you. И он подговорил тюремщика, он обратился к нему и говорит, пожалуйста, помоги мне убежать. Если ты выпустишь меня, я отправлюсь в Мекку, буду молиться Аллаху за тебя, чтобы Аллах тебя благословил. And to convince the jailer to let him go, he said, there's some money here, well, I'm arranging money for you as well. Соответственно, он его еще вдохновил, говорит, у меня тут деньги еще есть, поэтому если поможешь мне убежать, я тебе еще денег дам. And the jailer said, but I may get in trouble for letting you go. And he said, no, Sanatana said, no, just tell them that you took me to Pasto and I fell in the Ganga.
Тюремщик сказал, ну как я тебя выпущу, у меня потом такие проблемы начнутся из-за того, что ты убежал. Саната сказал, нет, не беспокойся, давай организуем все. Ты меня будешь сопровождать, я пойду испражняться, а потом неожиданно прыгну в Гангу и убегу. То есть скажешь, что я утонул в Ганге и никаких беспокойств. Таким образом, Саната сбежал из тюрьмы. And Рамануджа also cheated. Рамануджа также обманывал. Рамануджа was married, he had a wife. But his wife was not very devoted, and she was a proud of being a brahmana. В какой-то период Рамануджа был семейным человеком, у него была жена, но жена не была преданная, она гордилась тем, что она брахмани. So his wife one day she was criticizing other people that I'm high caste, you're low caste, you know. She had prejudice about. She was proud of being a brahmana. Она считала себя принадлежащей к высшей касте и презрительно относилась к тем, кто ниже ее по внешнему положению, критиковал. Рамануджа is a Vaishnava. He's preaching that although he was born in a Brahmana family, he was preaching Vaishnavism, that everyone's a devotee. А Рамануджа, хотя тоже был родом из брахманской семьи, он, тем не менее, был истинным вайшнавом, и поэтому проповедовал то, что любой человек, независимо ни от чего, может быть предан. And the caste, the birthright, that doesn't mean anything. Каста и рождение не имеют никакого значения в этом. But his wife was not understanding this. Но его жена не понимала этого. And so at one point he tricked his wife, he told his wife, oh, a letter has come from your father. He wants to see you urgently. You have to go immediately home to your father. И однажды Рамануджа сказал, о, знаешь, пришло письмо от твоего отца. Он срочно хочет видеть тебя, поэтому тебе надо отправиться в его дом. So the wife said, oh, my father wants to see me. I mean, she rushed and she left and went away home to see her father. И она заволновалась, о, мой отец хочет меня увидеть. Она засобиралась быстро и покинула дом. And so Рамануджа went and took sannyas. А Рамануджа в это время пошел принял sannyas. So that was how he got free from his wife. Так он освободился от жены. So that was cheating. Вот иногда великие люди так делают. But great Prabhupada said, great souls cheat for a great cause. Но Шрила Прабхупада объясняет, что великие души обманывают ради высших целей. And Raghunath also cheated. Рагунатха также обманывал. Raghunath was also married with a very nice wife and he had a lot of money. They were very rich, but he wanted to join Lord Chaitanya. Рагунатхи были все благоприятные возможности, у него была прекрасная жена, у него было много богатства, у него был хороший дом, но он, тем не менее, хотел оставить и присоединить все, и присоединиться к Шри Чайтанья Махапрабху. So usually, whenever he would try to run away, his family would find him and bring him back. И однажды, когда он убежал, его семья нашла его и вернула обратно. And so Lord Chaitanya told him, just stay at home and don't be a madman, act like a normal person and keep Krishna in your heart. А после чего Господь Чайтанья ему сказал, возвращайся к себе домой, пока оставайся дома, не веди себя как сумасшедший, будь нормальным человеком. But then he got the mercy of Lord Nityananda, and Lord Nityananda blessed him that he would get free of family life. После чего, через некоторое время, он получил благословение, удовлетворил Господа Нитянанду, и Нитянанда благословил его, а ты в скором времени освободишься от бремени семейных привязанностей. And it happened one morning that nobody had come to do the puja in the family temple. The pujari had not come to do the mangal arti. И однажды случилось так, что никто не пришел на утреннюю пуджу. На семейные пуджари он не смог прийти на арати, на мангаларати. So they wondered, what's happening? Where's the pujari? He's supposed to come and do the puja. Рагунатхуна? Yeah, all the people in the house were wondering. И все дома забеспокоились, что удивились, что случилось, почему пуджари не пришел на утреннюю службу. So Рагунатха said, I'll go and find him, I'll find out what's happening. И Рагунатха говорит, я сейчас пойду его поищу, куда он там запропастился.
Raghunath got out of the house, he was supposed to go and find the puja. He just left it just to say he's going to go to Jagannath Puri. Его же не выпускали из дома, а тут он воспользовался возможностью пойти под предлогом поиска пуджари, он со всех ног наутек и Хидратхапури. И он знал, что его могут подстерегать на главной дороге по пути в Джаганнатхапури, поэтому он пошел окольным путем. And they could not find him. И никто не смог его найти. So he cheated. He managed to get away from the home. Так он все организовал, чтобы уйти из дома и обмануть. And when he got to Джаганнатхапури, Lord Chaitanya told him, you're very lucky. И когда он уже добрался до Джаганнатхапури и встретился с Господом Чайтаньей, Господь Чайтанья сказал, ты очень удачлив. You're because you were in the well, you were in the like an animal in a well, in a helpless situation. Потому что до этого ты был подобный животному, провалившемуся в колодец, в беспомощном состоянии. Usually animal falls in the well, they never get out. Обычно, если животное падает в заброшенный колодец, оно уже оттуда никогда не выбирается. So your family home with all the money and the beautiful women and everything, it was like a well, very difficult to get out of it. Потому что весь твой прекрасный дом с деньгами, с прекрасной женой и всем остальным, это подобно темному колодцу. So you're very, very lucky that somehow you've managed to get free. Поэтому ты очень-очень удачлив, что тебе удалось все сделать так, чтобы освободиться. And Prabhupada said he also cheated the family members. Прабхупада рассказывал, что ему тоже пришлось обмануть членов семьи. Because his family, his wife, she was not very interested. Prabhupada used to arrange programs in the house and have people come and you give class, but his wife was not interested at all. Потому что его жена, Прабхупада вспоминал, как его жена никогда особо не интересовалась духовной практикой. Сам же Прабхупада организовывал у себя программу, он приглашал преданных, они проводили программы, но жену это сильно не интересовало. And his wife was attached to drinking tea, and she liked to drink tea and eat tea biscuits and things. Жене в это время нравилось пить чай, она уходила и пила чай с печенюшками. So Prabhupada asked her, do you want tea or do you want me? А Прабхупада ее периодически спрашивал, что ты выберешь, тебе нравится чай или я? So his wife said, I would rather tea. Она отвечала, я чай выберу. So Prabhupada understood better to go from home, out from home. Прабхупада понял, лучше я уйду из дома. Of course, the wife didn't think he was leaving home, but he did. Конечно, жена не ожидала, что он уйдет из дома, но он отправился в Вриндаван и уже не вернулся. Принял саньясу. So, sometimes you have to cheat to get out of these entangling situations. Поэтому иногда приходится обманывать, чтобы освободиться от какой-то зависшей ситуации. But Maharaj Yudhisthira didn't cheat. He just simply knew what he had to do and he did it. Махарадж Юдхиштхира не обманывал, он просто хотел что-то сделать и делал это. And he got out of the home and he went off to just wander in the mountains. Он знал, что делать и делал это, поэтому покинул дом и отправился в горы. But he never considered that all that this is suffering, all this is miracle. He was so absorbed in thought of the personality of Godhead. И он никогда не думал, что это какие-то страдания, какие-то лишения. Он полностью был сосредоточен внутри на верховной личности Бога. So this is the Varnashram system is like that. Потому что такова система Варнашрама. That people should retire. They should give up the family life before death comes. Люди должны отходить от дел, должны оставлять семейную жизнь до того, как смерть настигнет. Потому что мы должны приготовиться к следующей жизни. So the life should be divided like that. Именно поэтому жизнь должна быть разделена на определенные периоды.
And in the past, the people read, everyone did it. The leaders of society, they would all want to show the example to others. И в прошлые времена люди делали это, особенно лидеры общества показывали пример другим. And women also, they retire. Женщины тоже входили в отреченный уклад. Especially if the woman is a widow. Then she may go off to live in the ashram in Vrindavan. Особенно если жена, особенно если женщина становилась вдовой, то как правило она уходила жить в ашрам. And there's many elderly ladies live there in Vrindavan, and they vow that they will leave the body in Vrindavan. И во Вриндаване можно видеть очень много пожилых женщин, которые дали обету оставить тело во Вриндаване. They don't want to be with their family. They know they have families, but they don't want to be with their families. They want to be with Krishna. Они, у них, конечно, есть семьи, но они уже оставили семьи, они хотят быть с Кришной. So this is a Vedic culture. Такова ведическая культура. We have to detach ourselves. If we don't detach ourselves, then death comes and takes away everything. А если мы сами не подготовим себя к отречению, придет смерть и заберет у нас все сама. If you don't give it up yourself, Krishna will take it away in the form of death. Если человек сам добровольно не отпустит все, что он чем обладает, то Кришна заберет его в форме смерти. Death will come and take all your money, all your jewelry, all your property. Придет смерть и сама заберет все ваши деньги, все ваши драгоценности, всю вашу собственность. So it's better to give it up voluntarily. Лучше добровольно оставить все. Than to have it all taken away at death. Чем у вас силой заберут все в облике смерти. Of course, when death comes, then your family members will come and take everything. Разумеется, когда смерть придет, члены семьи все это разберут. If you have any money, you have anything, the family will come out of that. Let me I'll take this. Также, ведь когда смерть наступает, члены семьи очень быстренько все это расфасовывают по своим карманам. So it's better you give it to them before you go, before you die, give it to them. Поэтому добровольно раздайте им все перед тем, как умрете. And go and perfect your life, give your life to Krishna. И уходите, сделайте свою жизнь совершенной вместе с Кришной. Mm-hmm. Prabhupada said, when he was a young man, he gave up mating and defending. Шрила Прабхупада рассказывал, что когда он был молодой, он отрекся от мясоедения и обороны. And he said, now in the old age, I have also given up eating and sleeping. Когда он был молодой, он оставил, как сказать, совокупление и мясоедение. Нет, и защиту. А теперь, когда он состарился, он теперь уже спать перестал и есть. Когда уже стал старым, он перестал спать и есть. Good job, you're there. Хорошо работать переводчиком. So, as a young man, of course, he was married and he had 5 children. Ну, разумеется, когда он был молодой, у него была семья, у него было 5 детей. And then gave up mating and defending. А потом, с течением времени, он оставил уже на сексуальную жизнь и оборону. And then in old age he came to Vrindavan and he gave up eating and sleeping. Ну, а когда уже он в пожилом возрасте отправился во Вриндаван, он уже стал ограничивать или отрекся от сна и еды. He could not eat. Он просто уже не мог есть. And he could not sleep. И уже просто не мог спать. Hmm. So, better to give them up. We give these things up ourselves. А лучше оставить это добровольно. Hmm. And that way you can detach yourself from the material world. И таким образом он отрекся от всего материального мира. So human life is meant for that kind of. We have to recognize the later stages in life. In old age, you have to detach. А человеческая жизнь предназначена именно для этого, и наступает определенный период для отречения. We see old people; they get very attached to their children and their grandchildren.
обычно можно видеть, как пожилые люди сильно привязаны к своим детям, к своим внукам. Become more attached to the grandchildren than even the children. Они даже порой сильнее привязаны к внукам, чем к детям. So that's not how it's supposed to be. Но это не то, что предполагается. We have to detach ourselves from all of these things. Правильнее, если мы научимся отрекаться от всех этих вещей. We have to prepare for going back to God. Мы должны подготовить себя к возвращению домой обратно к Богу. Otherwise you'll come back in the family again. Иначе мы опять вернемся в семью снова. And you may come back as a dog in the family. И мы можем вернуться в эту семью, но уже в теле собаки. Or there's a story. There was one man. He was very attached to his sons. А есть одна история про то, как один человек был сильно привязан к своему сыну. So when he died, next life he took birth in the family of a cobbler. You know, repair the shoes. И позже, когда он оставил тело, он родился в этой семье уже сапожником. And he was born in the family of the cobbler who lived just outside his house. In the previous life, he had a house. He had a big house. Next life, he was born outside in the street in the family of the man repairing shoes. И в той жизни он был богатым человеком, у него был дом. Но в этой жизни он родился фактически бездомным. Он был из низшего сословия, просто сапожником. So he built a big house and given the house to his sons. Он построил дом и отдал этот дом своим сыновьям. But next life he was so attached to the family he was born outside the house. Но он был настолько привязан к семье и к этому дому, что в следующей жизни он родился возле этого дома. And he was repairing the shoes of the people who had been his children in his previous life. Так или иначе, он жил возле своего собственного дома в прошлой жизни когда-то, и теперь зарабатывал свою жизнь тем, что шил обувь этим детям, этим людям, которые когда-то были его детьми. And those people who had been his sons, his children, they came with the shoes and they were hitting him with their shoes. А эти люди, которые в прошлой жизни были его сыновьями, если ему обувь не нравилась, они этой обувью его же и колотили потом. So this is what happens. You may be attached to the family. Next life, that same family will beat you. Вот что случается порой, когда мы привязаны к материальным родственникам. А если в следующей жизни они же нас потом и колотят. So we have to be very careful not to be attached, not to get too attached and entangled in these things. Поэтому нельзя сильно привязываться и погрязать во всех этих вещах. So we have to become attached to Krishna. А поэтому мы должны научиться привязываться к Кришне. Become attached to chanting the holy name. Мы должны научиться привязаться к святому имени. So that's why I say older age. Go to the Krishna Conscious Center. Поэтому говорится, что наступил возраст, стал пожилым человеком, отправляйся в центр сознания Кришны. And do some service there. Совершай там постоянное служение. This will help us to detach from the material world. Так это поможет нам отречься от материального мира. This center is not in the material world. Этот центр – это не материальный мир. Our temples, our centers are all embassies of the spiritual world. Наши центры, наши храмы – это посольства духовного мира. Just like you go to America and you go to Russian embassy, the Russian embassy is like part of Russia. Например, если вы находитесь в Америке и вам нужно, и вы приходите в российское консульство, то российское консульство – это часть России. Even though it's in America, it's not considered part of America. Даже если оно находится на территории Америки, оно не является частью Америки. So this embassy here, this is our embassy of spiritual world. Поэтому вот здесь, прямо тут, это посольство духовного мира. So be here in the temple and do seva, do Krishna conscious activities, and in this way, next life we can go back to God.
Поэтому находитесь в храме, совершайте здесь какое-то служение, делайте, будьте активными в сознании Кришны, и вы в следующей жизни вернетесь в духовный мир и будете делать то же самое. Okay. Any question? Будут вопросы? Немножко хочется прояснить тогда, когда все-таки вернуться. I want to clarify some moment. Ну, как бы все-таки уход в наше время, насколько он актуален в западном обществе, то особенно, потому что мы знаем, например, некоторые духовные учителя, они все-таки не оставляют себя три примера я знаю. И говорят даже, что не собираются приняться не особо. То есть в чем суть все-таки ухода и в какой форме это должно происходить? Значит, я повторю вопрос. Вопрос такой, хотелось немножко момент прояснить, каким именно должно быть отречение вот сейчас у нас в западном мире, насколько, до какой степени мы должны отрекаться, то есть саньяс принять или как, потому что, по крайней мере, перед глазами три примера, Чанчандра Чаран, Махатма Прабу, Вайшешка Прабу, которые, ну, не приняли полного отречения, они живут вроде семьей, может, и отречены, но живут вот в обществе, да, то есть и вопрос, насколько для нас актуально, до какой степени отречение, и как это должно у нас выглядеть. So the question is how in which form our retirement should be in our Western countries for modern devotees, because for example we see how senior Vaishnavas like Chaitanya Chandra Charan Prabhu or Vaisheshika Prabhu or Mahatma Prabhu, they are not retired fully, I mean not accept sannyas or maybe not go to the forest or stay alone, they just widely preach with their families. So in what form of detachment should be for us? Well, vanaprasthas are not required to separate from their family. Это ванапрастхи, и ванапрастхам не требуется жить отдельно от семьи. But they do dedicate themselves to the service of Krishna. Но они полностью посвятили себя служению Кришне. The people you mentioned, they're all very dedicated devotees. They're full-time engaged in Krishna-conscious activities. А преданных, которые вы упомянули, это 100%, это полностью посвятившие свою жизнь 24 часа в сутки преданные. They're constantly traveling and preaching Krishna consciousness. Они без конца путешествуют и проповедуют сознание Кришны. So that is renounced life. Поэтому это отречённый уклад жизни. Dedicating themselves to the service of Krishna. А полностью посвятившиеся служению Кришне люди. So that is what in the modern age that is renunciation. Поэтому в современных реалиях это и есть отречение. You're not required to change the dress. Им не нужно менять одежды на шафран. But you want to be careful about the activities. А важно лишь внимательно и полностью заниматься деятельностью, духовной деятельностью. The activities should be based on hearing and chanting about the glories of Krishna. Деятельность должна быть посвящена воспеванию и слушанию о славе Кришны. If we're not hearing, then you can. If we're not chanting, like people like Vaisheshika and Chaitanya Chandra Charan Prabhu, they're preachers. They're constantly preaching Krishna consciousness. So if you're not a preacher, then you have to be hearing constantly. Если вы не являетесь проповедником, таким как Чанчандра Чаран или Вайшешика, это проповедники, они без устали проповедуют, тогда нужно без устали слушать о Кришне. And by hearing, after some time, then you will also go on and preach. И после полного слушания, через некоторое время, вы способны будете также идти и проповедовать. Of course, there's other services also required. There's many other services which people do. Конечно, у нас есть много разных видов служения, которые требуются. Есть много, что можно делать. The deity worship department. А отдел поклонения божествам. We have people like in Mayapur, Джананивас Прабху. Есть такие проповедники, есть такие люди, как Джананивас Прабху Майпуре. 78, 79 years old. Ему 79 лет. He's still doing
Puja. И он по-прежнему пуджарит. Actually, he's doing fundraising for the new temple in Mayapur. На данный момент он сейчас занимается сбором средств на строительство, на продолжение строительства храма в Майпуре. But we retire from the material to take up full-time service in spiritual work. Мы должны отречься от материального, чтобы полностью все свое время посвятить служению духовному миру. You don't go to the factory, you don't go to the office, you go to the temple. Не нужно ходить на завод, на фабрику, в офис, нужно ходить в храм. So there's no question of retirement, but it's a question of changing the engagement. Instead of working in the ordinary karmi job, we work for Krishna. Нет вопроса о внешнем отречении, о внешней форме. Речь идет лишь о том, что человек вместо того, чтобы ходить на какой-нибудь завод, на кармическую работу, на молокозавод, он в это время полностью посвящает себя Кришне. Не нужно внешне отрекаться. Have to take up service to Krishna. Нужно полностью отдаться служению Кришне, полностью взять на себя в полной мере служение Кришне. So we have many Krishna conscious centers. У нас так много центров сознания Кришны. And they need manpower. И нам нужны мужская работа, мужские руки, мужская сила. They need more volunteers to come and do service. Нам очень много нужно добровольцев, кто приходит и выполняет практическое служение. Very important. Это очень важно сейчас. In the past, in Prabhupada's time, there were many young devotees. Потому что в прошлом, во времена Прабхупады, было очень много молодых преданных. Now the devotees all become older. Сейчас преданные, те преданные становятся уже старше и старше. And there's no retirement. No retirement. No stop working. Но не уходят на пенсию, не прекращают работать. Srila Prabhupada never stopped working. Прабхупада никогда не прекращал трудиться. He worked more. As he got older, he worked more. Наоборот, чем он становился старше, тем он больше трудиться начинал. Because as we get older, we get nearer death. Потому что чем вы старее, старше, тем вы ближе к смерти. So you have to be very fully engaged. И поэтому нужно все сильнее и сильнее задействовать себя. When we give up the body, we want to give up the body in Krishna service. Потому что мы хотим оставить тело прямо в служении, прямо находясь в служении Кришне. That way, then you can go back to Godhead. Это единственный путь, как вернуться домой и назад домой обратно к Богу. Okay. Uh-huh. There is one question in chat. Озвучу вопрос, потому что картинка перенеслась. Можно зрителя? Йога Махарадж, спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, как правильно относиться к своим детям, чтобы не привязываться к ним? Йога Махарадж, thank you very much for your lecture. What should be the proper attitude to our children, not to be attached to them? Maybe too much attachment. Well, as the children get older, as the children grow up, they will naturally not be so attached to you. Когда дети вырастают, они естественным образом перестают быть привязаны к вам. Once the children are about 12 or 13 years, they're not interested in the mother and father anymore. Когда ребенку уже 20 или 30, ему вообще никакого дела до матери и отца нет. When they're young children, naturally they're very affectionate, and the mother and father feel a lot of affection for them. Когда ребенок еще маленький, он очень сильно привязан, да? Он очень сильно привязан к матери и отцу. But they grow up. And as they grow up, they'll go, they'll leave you. Но когда он вырастает, он уходит, покидает вас. They're not going to stay with you all your life. Он не будет оставаться с вами всю жизнь.
So, oh God, you could also put the children in the Gurukula. Ну, также можно отправить ребенка в Гурукулу. Yeah, we have our own Gurukula schools, you know. У нас есть наши исконовские Гурукулы. There's boarding schools also. Schools. There's like in Vrindavan they have the Bhaktivedanta International School. Во Вриндаване, например, есть Бхактивиданта, международная школа Бхактивиданты. Children can go, young boys, young men can go there and study. Мальчики могут там туда отправиться, жить и обучаться. Do they have any Gurukula in Russia? Есть ли в России Гурукула? So now, Gurmaraj, I discussed with some senior Vaishnava, is Nenshin Council of Russia. It's not easy because it should have a special registration from government. But maybe one or two examples, there are some. So devotees try. For example, Adhoksha Jaswami, new Russian sannyasi, he has some camp for boys, first of all. They trained on the summer holidays, boys. Now he is going to open some official Gurukula, but now there is no, at least continue, как сказать, so that's good, summer holidays, let them go and be with devotees. Okay. Да, я рассказал Гуру Махараджу, сейчас переведу, о том, что в России нету прям вот постоянно действующих школ Гурукул. Но, допустим, у Адхокшаджи с вами, у него была такой летний лагерь для мальчиков. И Гуру Махарадж говорит, что да, вот такой вариант хороший на летние каникулы, чтобы они не маялись, их можно отправлять летом в такие вот как бы летние вайшнавские лагеря. Our children don't become devotees. Then in the future, maybe not devotees. Если мы не научим детей в детском возрасте быть преданными, то когда они вырастут, они тем более не будут преданными. Because in the history of religion, you don't find that religions keep growing. It doesn't happen that they keep growing, that they keep getting converts. They don't convert people. And of course, as the religion becomes older, they don't convert anymore. Like Christian, they're not really converting too many people. А когда религия становится, когда религия молодая, есть такой закон, то она может обращать людей в религию, да, очень легко. Но чем старше, чем старее становится религия, чем старее ее члены, тем она вообще не способна что-либо сделать. Вот как христианство можно видеть иногда, сейчас почти не способно что-то менять. If you ask the different religions, who are their members, it's all from their families. It's a family. Our family, we go to this church. Our family, we are this religion. И если спросить у таких религий, кто в вашей религии находится, то, как правило, это такой фамильная передача по наследству, что называется. And you can't expect to keep making new devotees. Мы ожидаем, что мы продолжим создавать новых преданных. In the beginning, it was good, easy to make devotees. А в начале достаточно легко было делать преданных. Yeah, because it was new. Krishna was new to people. Поскольку сознание Кришны это было что-то новенькое для людей. But after some time, it's not so easy to make devotees. Но когда проходит длительное время, то становится не так легко создавать преданных. It's not so new anymore. People don't want to become devotees. Потому что уже люди не так заинтересованы стать преданными. Не новое, потому что это не новое. Потому что это не что-то новое. So it's important our children should be devotees. Поэтому очень важно, чтобы наши дети становились преданными. But often we see devotees' children, they don't become devotees. Но мы часто видим, что дети преданных не становятся преданными. Difficult. В этом сложность. Mm. Although we try to get the children, you know, when they're very young, they'll do what you say.
But as they get older, you know, they don't listen to you. Когда ребенок еще так довольно маленький, он еще слушает то, что вы ему говорите, а потом, если он вырастает, он уже перестает слушаться. So it's difficult. Even Prabhupada's own children, you know, they're not very devotees. Даже дети Прабхупады не особо были преданными. Prabhupada used to take them to the temple when they were young children. He would take them with him. Прабхупада, пока они были еще маленькие, он старался их брать в храм. But they didn't become very devotees. Но они так и не стали прям хорошими преданными. Difficult. Трудно. But you know, to get devotees, to make new devotees, becomes harder. Поэтому делать новых преданных, создавать новых преданных становится труднее. When Krishna consciousness first came to Kamchatka, then it was something new, and then people were more interested. Когда сознание Кришны только пришло на Камчатку, это было что-то новенькое, очень много людей интересовалось. But now, yeah, Hare Krishna, yeah. Но сейчас они говорят, да, слышим, там Hare Krishna. Not so easy. Не так легко делать преданное. But if our children become devotees, when the children grow up, they will be devotees. Но если наши дети станут преданными, когда они вырастут, они будут естественным образом преданными Бога. Yeah. Тогда вопрос еще вот в эту же тему. Как все-таки вот этот баланс найти? Вроде бы, с одной стороны, ребенок может не до конца, у него нет еще жизненного опыта, он может не до конца понимать, что это может быть благом в его жизни. И он-то поймет со временем только. Вот. Поэтому вроде бы где-то надо как-то побуждать, показывать важность духовной практики. И со временем он только это оценит. Да? Вот в то же самое время не хочется прямо заставлять дико, потому что, ну, тоже должно быть какое-то вдохновение, вот где этот баланс найти. So then my questions and regarding this issue, this topic, Guru Maharaj, regarding making devotees from our children, how to find a balance? For on the one hand, a child is in ignorance. He maybe can understand that in future Krishna consciousness may help him in his life. So now we should some push him, incline him to spiritual practice, to sadhana, to like this. On the other hand, I don't want to press on somebody, to heavy push somebody. So how to find the balance to incline him, to push him, I mean our children, but in the same time inspire him or not push so much. Well, young children generally they need discipline. You have to control them. Как правило, пока ребенок еще не очень взрослый, ему нужна дисциплина, его нужно контролировать. Up to the age of 15. До 15 лет. Then after 15, then you have to be your friend. После 15 лет уже должна быть дружба с ребенком. Мы должны быть друзьями. Yeah, so when from the age of 15 you want to make friends with them, they're grown up, so you have to hope that you know that they've had a good impression of Krishna consciousness and they'll take an interest. И к тому времени нужно надеяться, что он уже появится какой-то интерес, что он оценит сознание Кришны. We have to pray to Krishna. Ну, мы должны молиться Кришне. Hope for the best. Надеяться на лучшее. Do our best, trying to give them Krishna consciousness and hope that they will also take an interest. Делать наилучшее в сознании Кришны самим и надеяться, что у него будет интерес. We have one family in Hong Kong. They come to the temple. They have three daughters, and they're teenagers. The girls are all teenagers, but they say, you know, oh, we come here. There's nobody here our age. Everybody's older, you know. Common thing. Я знаю одну семью в Гонконге. У них есть три дочери, они приходят в храм,
И они тинейджеры, ну, то есть подростки такие уже за 13 лет и чуть больше. И они приходят и говорят, нам неинтересно, потому что здесь нет никого нашего возраста, мы как бы все старше. But they will come to do some garlands, they will make some garlands for the deity. Но тем не менее они приходят в храм, они делают гирлянды божествам. But they find it hard to be serious about Krishna consciousness because there's nobody their age there. Но очень трудно ожидать, что они прям будут сильно увлечены в сознании Кришны, что им будет очень интересно, потому что нет никого из их сверстников. And the other couples, you may, other couples, they don't have a child, they have no children. Там суть в том, что других семейных пар либо нет детей. Mm-hmm. And so there's just the one family with three children, and there's no other children. Соответственно, получается, что вот есть семья, там три девочки, а других детей нету. And they're Chinese. Они китаянки. Mm-hmm. So, you know, there's Indian children, but they're not like the Chinese. Они, so the national Indian? Yeah. А, ну то есть, как бы, они в индийских телах, но по сути они китаянки, как бы, живут в Китае постоянно. Well, difficult being Chinese and taking up Krishna consciousness. Очень тяжело, конечно, быть китайцами, да, и поддерживать сознание Кришны. Атмосфера такая. In mainland China we don't have so much problem. А у нас на материке Китая, то есть Гонконг же остров, то есть основной материк Китая, там есть проблемы с этим. Because the preaching is much more to Chinese. Потому что проповедь в основном среди китайцев идет. But in Hong Kong, because you have a lot of Indians there, you have a lot of Indian people come to the temple. А в Гонконге там по большей части индийцы приходят в храм. Значит, вопрос в чате. There is one question in the chat. From Александр Прабу. Александр Прабу, зададите вопрос. Alexander, Vladivostok. Yes, Gunnar, yes. Так, стоп. Сейчас, пожалуйста. Вопрос такой. Как человеку можно подняться на уровень уже приезженного? Когда человек просто прихожанин, приходит, слушает, кушает, что-то там пытается какие-то достижения делать, но вот для него еще нет желания. О чем не написать? Чи-чи-чи-чи. Как ему стать преданным, который уже хочет? Вопрос такой, поправьте, Саша, если я не прав. Как прихожанину стать серьезным преданным с уровня, когда он просто приходит, кушает, слушает и уходит? Стать таким преданным, который прям серьезно практикует и занимается постоянным служением, правильно? Он может не только кушать, слушать, он может быть и задействоваться, но а стать кем нужно? Ну, серьезный преданный, который Кришне хочет, который вот уже с этим материальным миром может быть не особо что нравится. Ага, понятно. Ты перемешь. Я не слышала, что ты. Окей. Значит, еще раз вопрос повторяю. Как прихожанину, который просто приходит, кушает, слушает, там неосознанно его просит какое-то служение делать, он делает, стать преданным, который осознанно берет на себя служение и стремится к Кришне? So the question from Alexander, how to change our mood from just mundane householder who just come to temple from time to time, just eating prasadam, just hear something about Krishna, just maybe take some service if somebody asks him, not voluntarily, not internally, but just for asking some devotees, how to become a devotee who really wants to render some service to Krishna, to want to achieve Krishna, to see their goal to come back home, back to Godhead. Well, when one becomes more aware of the of death approaching, then they become more serious.
чем ближе человек приближается к смерти, тем становится более серьезным. As we get older, we become a bit more aware of the temporary nature of life. Чем дольше мы живем, чем сильнее стареем, тем сильнее мы задумываемся о смысле жизни. And one will want to do some serious devotional service before they leave the body. И тем более серьезно относимся к преданному служению до того, как смерть придет за нами. When there's a life-threatening situation, then we become very serious. Также, если прямо ситуация в нашей жизни возникает между жизнью и смертью, опасная ситуация, мы становимся более серьезным. There was this big temple in Bombay, and in Bombay it was a big building, and there was tremors, all the ground was shaking, you know, tremors from like an earthquake. Была однажды ситуация в Бомбее. Там был храм, огромное здание, и в какой-то момент случились очень сильные колебания почвы, наподобие землетрясения. So because it's a building, the devotees, they all rushed out of the building, they got outside of the building, they were so afraid that the ground is going to open up. И поскольку здание затряслось, поскольку там даже по почве пошли трещины, то все преданные в ужасе выскочили из здания. The devotees said that was the best japa they ever did. И они делились потом: в моей жизни это была лучшая джапа, которую я когда-либо повторял в своей жизни. Because they thought maybe we're going to die at any moment. Потому что они понимали, они могут сейчас умереть в любой момент. So, Hare Krishna, Hare Krishna. Поэтому они так джапу читали. Really, то есть это было истинное воспевание. So become very serious in a life-threatening situation. Так они становятся серьезными в жизненно опасных ситуациях. So, yeah. Queen Kunti says also like that. Calamities, when there are calamities, then we will think more of Krishna. Моя царица Кунти молится похожим образом в ее молитвах. Есть это слово, вот несчастье или какие-то страдания. Пусть эти страдания приходят, и тогда я буду сильнее желать преданного служения. So that's Krishna's mercy. В этом проявляется милость Кришны. Krishna's special mercy. Krishna's is when I'm very kind to someone, I take away everything they have. Это особая милость Кришны. Кришна говорит сам, что тот, кто мне особенно дорог, у того я все забираю. You want that special mercy? Кто-нибудь хотите с особой милостью Кришны? Хотите? Take everything away from you. А он все у вас забирает? All your money, all your attachments. Все ваши деньги, все привязанности. All your health. Все ваше здоровье. Your good looks. Take it all away. Ваш очень красивый вид, внешность, все заберет. Then you're helpless. Будете беспомощными. Surrender to Krishna. И предадитесь Кришне. Okay. Hare Krishna. Krishna, thank you very much, so much. Jai. Активно нашла Расимарашки. We have a request tonight. Yes, very much. Yes, yes. Сегодня вечером лекция по Бхагавад-гите в 7 часов. It's 7 o'clock as usual. 7 часов лекция по Бхагавад-гите. Да, завтра утром. Лекция уже утром не будет. Да, у нас там нет ничего. Чашка. У нас не забыл про глупосад, что там вообще выпустил. So we're going to actually forget about some fruits. It's from.